Всем привет, меня зовут Ксюша. Расскажу вам про настольную игру Activity «Обратный отсчет». Купи ребенку ТВ. Это новое издание очень популярной игры. Подходит оно для детей от 12 лет. В игре могут принимать участие одновременно от 4 до 16 человек. В состав этой игры входит игровое поле, 4 фишки, 330 карт, таймер и правила игры. Для таймера вам необходимо будет подготовить две батарейки формата 3А. В комплект они не входят. Принципиальное отличие этой игры от классической игры в зеленой коробке в том, что здесь есть специальный таймер, который заводится на определенное количество минут и делает обратный отсчет. Количество минут определяют команды самостоятельно. Причем можно поставить как одинаковое количество минут, так и разное. Цель игры – это объяснить слова или словосочетания игрокам своей команды так, чтобы они смогли их отгадать. Слова объясняются различными способами, указанными на карточке. Устное объяснение, рисование, либо пантомима. В случае правильного ответа команда объясняющего передвигает фишку на то количество полей, которое указано на карточке, и продолжает игру. Команда, которая первая пересекает финишную прямую, побеждает. Продолжительность одного раунда игры около 1 часа. Эта игра понравится всем членам вашей семьи и станет прекрасным аксессуаром для ваших семейных праздников. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.